Так, сегодня Людочкам исполнилось 6 месяцев. Вот это вот побольше, покрупнее. Так она вымахала вот такого. Ну, я их не измерял никогда. Вот здесь у нее сломался прирост. Они спаривались на днях. Видео покажу. В ускоренном темпе. И у нее после этого сломался прирост. Так вот. Отваливается. Вот я наложил покушать. Они пошли. Вторая поменьше. Почему-то они разные в размерах. Все. Заметили еду. Такая красивая. Я им сейчас детское питание даю. Витамины, чтобы побольше было. Брокколи. Любят очень брокколи есть. Что-то вот салат положил, но салат не очень. Она куда-то стремится. Что-то он там другое видел. Сдают они какие-то странные звуки. Типа писка. Куда порезала? Так, сейчас я аккуратненько. Вот. Тут вот брокколи есть. Но тут неудобно, зря я, конечно, так делаю, потому что они тарелку тоже могут ломать прирост. Она все-таки высокая. И там, когда вольере, она немножко в углублении, и они спокойно на нее заползают. Без проблем. Такие они уже выросли. Немножко их оставил без еды. Ну, как вчера их не покормил. Вечером. Вот они сразу набросились на еду. Сразу как подъели. Брокколи любят очень. Да, этот. Огурцы. Сейчас они, я думаю, к вечеру они все съедят уже.
Mm-hmm.